Следующий вопрос у нас опять из онлайн-трансляции. Илон, вы размещаете свое производство в Китае? Well, and I noticed my face is like extremely red on the screen. Мое лицо выглядит таким красным на экране, это забавно. Yes, we have a significant factory in Shanghai. Да, у нас есть фабрика one, в Шанхае. Out, just outside of Berlin that we're building, one in Texas, Nevada, California. And over time we will look to have factories in other parts of the world, potentially Russia. Были заводы в других частях России, потенциально мы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию.